В ауле Малый Зеленчук состоялось открытие памятной доски кавалеру ордена Красной Звезды Ауладдину Мамбетову, который погиб при исполнении интернационального долга в Афганистане. Инициаторами мероприятия стали глава депутата сельского поселения и сослуживцы солдата. Фатима Даурова подробнее. Одна из центральных улиц аула Малый Зеленчук была выбрана для установки доски памяти земляку-афганцу. Ауладдину Мамбетову было всего 20 лет, когда он погиб при исполнении интернационального долга в Афганистане. В его адрес стихами собственного сочинения выступил председатель Союза ветеранов Афганистана Карачаева-Черкесии Иса Мамчуев. Ауладдин Шурави, ты погиб в тех горах. Мне повезло, брат, я вернулся живым. Я вернулся домой с афганской земли, где мы юность свою провели на войне. Брат Ауладдин, ты был первым всегда. Был не раз награжден и был ранен не раз. Но награды тебе не придется носить, и не сможешь, братан, семью ты создать. Ауладдин Шурави, ты в Афганистане погиб, чтобы люди в Афгане могли счастливо жить. Хоть прошло много лет, но тебя не забыть. Твою улыбку, Ауладдин, твое лицо и глаза. Много теплых слов было сказано в адрес солдата Ауладдина Мамбетова, который за свои боевые заслуги получил звание кавалера ордена Красной Звезды посмертно. Жалко, что такого товарища, такого прекрасного человека потеряли, осиротели. Скорбим, помним, любим. Доска установлена неподалеку от отчего дома афганца. Она на самом видном месте. С нее 20-летний парень чистым взглядом озирает родной аул, где он вырос. А жители Малого Зеленчука смотрят на своего героя и помнят Ауладдина Мамбетова еще живым, полным сил и надежд. Фатима Даурова, Зарима Карданова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево-Черкесия, Хабесский район.